Украинский день в ООН. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций буквально через несколько часов соберется, чтобы обсудить Крым, Донбасс и будущую миротворческую миссию. Нашу страну в Нью-Йорке представляет Павел Климкин. О его первых встречах и заявлениях расскажет мой коллега Дмитрий Анопченко. Уже через два часа в этом зале соберутся представители стран, входящих в Совбез, и нашей страны. А места для прессы будут просто забиты репортерами. Ведь единственная тема этого заседания – ситуация в Украине. Созвать его предложила Польша, нынешний председатель Совбеза ООН, давний адвокат Украины в Европе, а теперь еще и тут, в ООН, где Киев и Варшава сейчас действуют в полной координации. Крым, Донбасс и будущая миротворческая операция. Главные темы предстоящего заседания Совета Безопасности ООН предсказуемы и понятны. И столь же предсказуемый расклад сил. Соединенные Штаты и европейцы поддержат предложения Украины. Россия под разными предлогами попытается их торпедировать и тормозить. О намерениях Москвы хотя бы сегодняшние заявления Сергея Лаврова свидетельствуют. Выступая в Минске, глава российского МИДа и о карикатурности дальнейших встреч в нормандском формате сказал. И в очередной раз о необходимости пресловутого особого статуса. Ну, який додатковий статус потрібен оккупаційним адміністраціям і окупованим територіям? У них вже є цей статус. Ніякий додатковий статус їм не потрібен. А карикатурность, по словам министра, этим переговорам как раз сама Россия и придает, затягивая решение серьезных вопросов. Сенс цієї зустрічі, як пан Лавров сказав, буде дійсно карикатурним, якщо ми не будемо говорити про три ключові питання. Як реально Росія забирається з Донбасу, політичні в'язні, і говорити про те, яке ми далі. Тобто говоримо про формат миротворчої місії. Но этот разговор еще впереди. Пока что Павел Климкин успел сверить позиции с коллегами-министрами. В кулуарах штаб-квартиры ООН встретился и с главой МИДа Венгрии Петром Сиярто. Разговор с которым ожидаемо был непростым, но при этом впервые есть конкретика. Будапешт согласился уже 5 июня провести консультации между министерствами образования обеих стран, по итогам которых в Берегово состоится финальная встреча двух министров, которая и позволит снять противоречия. В любом случае, все самые главные месседжи здесь, в Нью-Йорке, еще предстоит услышать. Они прозвучат в ближайшие часы, когда в 15 по местному времени и состоится заседание Совета Безопасности ООН по Украине. И штаб-квартира организации, Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер».